меня 5, 6, 7, 8. Нет, у меня нет пирсинга. Бинго, 5 класс. Ой, 5 класс вообще легко там. Думаю, она справится. Короче, так, наверное, историю не получится рассказать с феном. Такая история произошла. У меня, короче, есть сосед через стенку. Вот. Сосед необычный. Дедуля, так скажем. Вот. Дедуля. Лилипут. Вот. Он уже старенький. Ну, как старенький? Ну, под 70, наверное, точно. Под 70 точно. И постоянно всякий трэш происходит. У него вот этот, видимо, весеннее обострение, короче, какое-то происходит. Да, карлик, карлик. Вот у него и сестра тоже карлик. Но сестра где-то далеко живет. Вот, а лилипут, карлик, живет у меня за стенкой в комнате. Так, я старый, мне 26. Нет, ты еще не старый. И вот. Давно уже его не слышно было, но вот зимой он там, конечно, исполнял. Постоянно ментов вызывает на всех жителей дома, потому что ему кажется, что его хотят убить. Вот, мы все его хотим убить. Один раз он вызвал ментов на соседку. Якобы она ему мышьяк подкладывает. Представляете? Вот. Помню, один раз мне надо было на работу к нулевому уроку. То есть мне надо было не к 8:30, а к 8:00. Вот. Мне надо было к 8:00 на работу.